для косметики уходовой. Я работала для них. Ну, правда, было очень. Да, вы можете продолжать общаться, ничего страшного. Короче, у нас была съемка, и это было очень сложно, потому что мы очень часто меняли свет. Тебя спрашивали на работе? Да. И тогда Кенвич тоже разбился и говорил, что ну, это ненормально. Он со мной просто был в качестве переводчика. Или поставил микро. Не, мы тогда доработали как надо, но он типа всем своим видео показал, что это доработать было, и тогда создать. Хороший вопрос. Мне хочется сказать, что я... Да, но я вот сейчас не могу ответить прям наверняка. Допускаю. Так, что мы дальше? Идем на станцию? Shopping is available for tourists and those who are visiting Japan on short-term visas. Please bring your passport to the cashier when making payment. Мы здесь пытались купить телефоны как раз, и у нас получилась такая ситуация, что, в общем, они не хотели продавать из-за того, что либо SIM-free, либо tax-free, что-то, в общем, не хотели они оформлять. И мы зашли вот в этот магазин, я даже покажу его, и мы поднялись где-то на четвертый или пятый этаж, и... Там просто кладовка какая-то, то есть там не происходит вообще ничего. Там один мужчина стоит в комнате, он смотрит на нас, как мы вообще попали в это время. То есть как будто мы вообще не должны здесь находиться. И мы так что-то его спросили, но он прям удивленно так на нас посмотрел, что вы вообще могли тут... Да. А там комната абсолютно не подготовленная, никакой продукции, то есть там какой-то стул стоял. Булки? А? Булки, ты сказал? Булки. Булки? Ну, съедобная которая. А, хорошо. Да нет, абсолютно нормальная фраза. Можем дойти, только он чуть дальше будет по прямой. Хорошие цены на закуски. И я пока вас ждал возле H&M, я еще нашел магазин-ресторан с пивом и какими-то
А, нет, конечно, я ничего не ел, я туда не заходил. Да, вы видите. Я просто видела, многие уже съемки устраивали. Да, людей здесь прилично. Хотя с приндоном. Ну да. Очередное максимально познавательное видео с улицами Токио подходит к своему логическому завершению.